Доброго времени суток. Меня зовут Мария, я экскурсовод по замечательному городу Петербургу. Я вас приглашаю приехать к Петербургу и его пригородам. Почему говорю именно к Петербургу, а не в Петербург? Дело в том, что я считаю, что наш город – это абсолютно живое создание. Ну и как у любого живого создания, у него есть свой характер, своя история, свои какие-то черты. И все эти истории, которые здесь происходили, можно рассказывать совершенно по-разному. Это может быть и комедия, и драма, и детектив, и мистика. Ну, все то, что вы сами выберете, мы вам и расскажем. Ну и что касается тех мест, которые вы можете увидеть, то опять же, выбирайте сами. Либо же вы можете проехать по улице Веротерпимости, либо посетить замок с привидениями. А может быть, вы захотите проехать тропой заговорщиков и посмотреть, как Елизавета Петровна входила на престол, или же увидеть город в городе. В общем, все, что вы захотите увидеть, вы увидите. Но решить вы это должны сами. Что же касается меня, то я специализируюсь на детях всех возрастов, от 3 до 80. Приезжайте к Петербургу,